Привет, друзья! Безумно рад видеть вас на моем YouTube-канале, где мы 24/7 говорим о музыке, о новостях, шоу-бизнесе, о холостячке, и нас ждут впереди сливы на участника. Сливы! Поставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, на мой телеграм-канал, становитесь частью нашей интернет-семьи! А вы уже догадались, на какого блогера это была пародия? Напишите в комментариях, даже если вы догадались не первой. Мне просто интересно, сколько людей его узнало. А мы сейчас подробно разберем, что нас ждет в следующей серии проекта «Холостячка». А ждут нас три свидания. Во-первых, с Александром, который внезапно вернется. И парни, конечно, этому будут не рады. А появится он во время утренней зарядки парней. На самом свидании Александр подарит Злате огромные цветы, и она будет очень рада встрече. После будет свидание с Винченцо, которое прервется как раз Александром. Александр с ОМОНом типа нападут на эту пару. Типа, все это будет постановка. Также свой шанс не упустит Максим Тарапата. Прервет чужое свидание, а вернее отменит, и пойдет на свидание со Златой сам. Будет и конкурс талантов, где Злата будет на сцене танцевать, показывать, что она на своей работе может быть довольно откровенной. А также парни будут участвовать в постановочных битвах. Тоже на сцене.